Всем добрый день, представляю вам наш гриндер. Он мини размера, то есть где-то 15 на 15 на 15 сантиметров. У данного гриндера две рабочие площадки, вертикальная и вот эта горизонтальная. Она рабочая длина у нее где-то от ролика до ролика где-то 7 сантиметров. Это достаточно, чтобы и нож заточить, и топор заточить, и кухонный нож заточить. Размеры, чтобы вы понимали, вот нож, у него лезвие 9 сантиметров, это EDC ножик. Вот такие размеры у гриндера. Вот они. Гриндер маленький, особо не шумный, в квартире работать будет самое то. У гриндера в комплекте идет надетая лента на гриндер. Это, по-моему, 120-ка. Также в комплекте идет 10 лент разной гритности, от 120 до 1000 грит. Здесь 120, 240, 400, 800 и 1000 грит по 2 штуки. Всего 11 лент в комплекте. В комплекте идет блок питания на 12-24 вольта. И обороты меняются на самом блоке питания. Здесь есть ползунок. Вот он. Сейчас покажу. Также у гриндера есть реверс. Лента крутится в обе стороны. Вот кнопочка. В одну сторону, в другую сторону. Сейчас стоят максимальные обороты. Сейчас я включу двигатель и буду показывать, как работает убавление-прибавление оборотов. Включаем двигатель и на блоке питания убавляем обороты. Самое минимальное где-то 1000 оборотов. Самое максимальное где-то 1000 оборотов. Это достаточно, чтобы заточить любой инструмент, любой нож, ножницы, и не сжечь режущую кромку. То есть выставляете минимальные обороты, 1000 оборотов, и режущая кромка, любая тонкая, даже кухонненькая, она не греется, не горит. Соответственно, заточка производится очень качественная.